Приветствую вас на канале Ланарт. Сегодня я готовлю грунт для посева петуний, калибрахуа и других мелкопыльных семян. Использую грунт для комнатных цветущих растений, но сам грунт, вот в том виде, в каком он представляется производителем, не совсем подходит для посева мелкопыльных семян. Слишком много там крупных фракций. Поэтому его немножечко нужно улучшить. Первое, что нужно сделать, это просеять. Я просеиваю через вот такую верхнюю часть от кошачьего лотка. Очень удобно. Вниз оседает то, что нам нужно. Вот эта рыхлая земля. А все ненужные крупные такие фракции, они остаются сверху. Насыпаем землю. Без фанатизма протираем как бы ее земельку. Вниз оседает мелкая фракция такая, прям рыхлая. А наверху остаются вот эти всякие палочки, камешки. Такие вот волосистые части торфа. А внизу получается очень рыхлая, мягкая, однородная почва. Как раз такая нужна нам для посадки и посева петуний. Все, что остается сверху, мы не выбрасываем. Я обычно складываю это все в пакетик. И потом это все высыпаю вниз под уже крупные растения при пересадке или под уже подросшую рассаду. Так что все идет в дело. Дальше в эту получившуюся смесь вы можете добавить перлит, вермикулит, если необходимо. Я же буду использовать ее вот так в готовом виде. Насыпаю ее в емкость какую-то. Обычную, какая у вас есть. Я использую вот эти вот от готовой, там что-то у меня было типа печенье или еще что-то такое. Засыпаю, утрамбовываю, разравниваю, чтобы она более-менее ровно там просыпалась вся. И затем уже буду эти емкости проливать водой. Проливаю я обычно с обеззараживателем какой-то. В данной ситуации это Привикур. Вот видите, как ровно водичка распределяется. Вот то, что как раз мне надо. Водичка вся сейчас равномерно распределилась. И грунт готов к посадке семян. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Впереди еще очень много интересного о посеве семян, об их выращивании. До новых встреч, друзья!